Всем привет, друзья! Сегодня иду на экскурсию посмотреть, какой же в Оболонском районе построили мост. И сейчас вместе с вами мы все это увидим. Так, это у нас такая типа рекламка, скажем так. А вот. Подойди поближе. Не идем. Долго здесь был всякий бардак, никак не могли навести порядок. Блин, и куда? Ой. Туда, туда. Там было разделение дороги. Кстати, разделение дороги. Видите, велодорожки и обычные для людей дорожки. Вот, смотрите. Мост у нас переходит на остров. С одной стороны Оболонского района мост этот маленький, так он выглядит. А вот с другой стороны района он более интересный. Интересной такой формы. Конечно, после открытия уже многие на нем побывали, уже много фоток выпустили в интернет. Ну, жарко очень было. Не хочется, когда жарко, идти снимать. Вот. Сегодня погода более-менее. Поэтому я решила хоть немного поснимать. Очень много велосипедистов, им удобно здесь кататься. Поэтому, чем ездить там, где ездят машины, лучше поездить по новому мосту, где еще. Вот, мусорки у нас вот такие вот здесь сделаны, кстати, очень удобно. Кто что-то ел или пил до захода на мост, выбросили мусор, ну и прошли вот так. Смотрите, какая красота, какой видон, класс, класс. Смотрите, как классно солнце заходит и отражается в воде, класс. Посмотрим, что с другой стороны. А с другой стороны, вот смотрите, женщина с собачкой. Здесь не глубоко, видите? Такая красота. Пойдем дальше. Посмотрим. Ну, дно, конечно, грязное. Что тут можно сказать? Водичка, конечно, теплая, классная. Но дно, там даже рыбки маленькие плавают. Отсюда с мостика не видно. Вроде бы не так и высоко, но не видно. Кстати, говорили, что сегодня прошел очень большой дождь. Ну, у нас на Оболоне его не было. Погремело немножко. И на этом все. Вон кто-то на байдарках. Плывет. Очень красиво. Насадили очень много деревьев молодых. Конечно, здесь на острове достаточно и своего насаждения. Но здесь такой вот сделали пятачок маленький, поэтому решили и на нем тоже посадить. Там у нас внизу. Так, этот мостик у нас уже закончился. Сейчас мы зашли, друзья, на остров. Когда-то этот остров был очень грязный. Люди сюда переплывали, а просто на своих обычных матрасах.
кто на кругах, просто переплывали и отдыхали здесь. Своего рода такой, знаете, дикий пляж. Вот. Ну, а сейчас его благоустроили, и вот сейчас он выглядит вот так уже. Это начало этого острова. Проложили здесь такие дорожки, где-то плиточки, где-то асфальт. Вот. Смотрите, сколько деревьев насадили, много молоденьких. Их такими досточками оставили, чтобы не поломались. Потому что сейчас интересные очень дожди проходят. Оболонский остров. Кстати, очень интересно. Давайте подойдем, посмотрим, что есть на этом острове. А потом уже пойдем на сам остров. Сначала посмотрим эту карту. Вот смотрите, мы с вами прошли по вот этому мосту. Где он? Где он? Вон. По вот этому мосту. Теперь нам надо перейти весь вот этот вот парк, остров, и прийти вот к этому мосту. Вот у нас есть тут детская площадка, велодорожки, ну, естественно, туалеты, есть зона йоги, обязательно у нас есть раздевалки, волейбольная площадка. Ну, а как же без душевых? Конечно, душа есть. Есть фонтанчик, водичку можно попить. Спасатели, администрация. Ну и, конечно же, пляжная зона. Опять у нас туалеты. Ну и сейчас мы пойдем теперь посмотрим, как это все выглядит. Видите, как широкая какая такая прогулочная дорога. Плиточками все так выложено красиво. Можно идти вдоль берега. Вот. А можно идти вдоль именно самих насаждений. Там есть скамейки. Мы потом пойдем по той стороне. Сейчас мы идем по правой стороне. А? Ага. Вот смотрите, даже поставили такой камень. Остров Оболонский. Природа перлина столиці. Місто для рекреації та дозвілля. Облаштований в 24-му году з ініціативи мера Києва Віталія Кличка. О, от такий у нас тут є пам'ятник. Просто не Несмотря на то, что сегодня понедельник, это церковь через речку. Мы идем по этой стороне, а церковь по той стороне. Вот так. Видите, сколько много людей. А елочки, смотрите, какие посадили. Это все новое насаждение, все молодые. Молоденькие такие. Цветочки такие. Красиво, очень хорошо для прогулок, для отдыха вообще. Просто супер. Много детей с мячами играют. Места много. Красота. Люди пожилые тоже приходят сюда отдыхать. Все-таки, знаете, отдохнуть от этого шума. Здесь нету машин. Прекрасная зона отдыха. Вот. Есть у нас туалеты. Вот там. Угу. Туалеты. Такой домик деревянный. Угу. Так, вот такой у нас стоит столб, на котором обозначение, что где есть, куда идти. Смотрите, медпункт есть даже, если кому-то поплохело. Видите, спортивная зона. Смотрите, как все написано.
кому что надо. Я лично хочу очень пить, поэтому думаю, надо, наверное, искать где-то воду. Где-то должен быть фонтанчик с водой. Написано, значит, есть. Только вот где? Так. Смотрите, даже мусор у нас рассортирован. Пластик, органика, металл. Стекло, бумага, все как в цивилизации. Так, куда идти? Вправо-влево. Вправо-влево. Очень хорошо, друзья. Очень так красиво. Сзади что-то едет. А что у него звук такой? Как будто на самолете полетел. Порисовывали велодорожки всякие. Непонятно. Я же говорю, я почему-то все время иду по велодорожке. Никак не получается у меня ходить там, где людям положено ходить. Все время иду там, где ездят велосипедисты. Надо было садиться на велосипед и ехать на велосипеде. Здесь что-то насадили, клумбу какую-то, и поливают, и все. Но что-то она такая бедненькая, эта клумбочка, по сравнению с вот этой травой. Так, где же здесь вода? А как проверить, что вы зарезервировали? Хотя, хлопцы. О, а это что? А, это охорона. Это охорона у нас. И около охороны стоят такие тракторцы, которые наводят порядок тут, в этой всей части. На пляж. А где ты видишь пляж? Вот. Ну так тоже мы шли по той стороне, а ты завернул на эту сторону. Идем посередине, посередине. Одна дорога и никаких достопримечательностей. Плохо, что не сделали дорожку. Далеко. Так надо было и шли бы туда, и да и все. Кстати, так. Вот эти штуки, смотри, сделали как в Испании, где мы сидели. Помнишь, на набережной, в этом салоне? Ну да, такой типа заборчик, и там можно сидеть. И оно еще подсвечивается ночью. Сейчас мы подойдем ближе и посмотрим. Там такие типа деревянные лежаки. И деревянный такой типа заборчик, можно сидеть. А, здесь все. Здесь, короче, смотрите как. Здесь, получается, везде вот такие сделаны дорожки. Но там, где пляжная зона, она отгорожена таким заборчиком. И за этим заборчиком тупо песок. Вот, смотрите, вот такой заборчик. Сверху он деревянный, и за ним просто песок. А там дальше вот такие интересные стулья. Лежаки такие прикольные. Прикольные. Такой выгнутой формы. А то не фонтанчик с водой, фонтанчик с водой. А как туда дойти? Я смотрю, там он играются что-то с тем фонтанчиком. Туда ближе, наверное, сюда. Куда ты пошел? Там вон дорожка, Саш. Вон дорожка. Я пошла на дорожку туда.
Там есть дорожка, чтобы не идти по песку. А он пошел по песку. Вон он. Пусть идет. Вот не открывается. Интересно. Вон вышка. Где она? Боже мой. Солнце светит. Мне вообще это нравится, когда киносит и прям купаться. Серьезно? Не, а бы был нормальный пляж вот еще. Не пойму одного только, почему с этих фонтанчиков никто не пьет воду. Может, ее нельзя пить. Непонятно. Бесконтактно, инфрачервона кнопка. Интересно. Как она действует, непонятно. Видите, как дорожка проложена деревянная. Оставили деревья, те, которые большие здесь были, не стали их убирать отсюда. Раздевалки. Очень удобно, видите, как досточками все выложено. А вот душ. Тоже, видите, досточками все, подход к душу. Вот зараза. Досточки, дорожка не проложена совсем к воде. Вон Саша стоит. Там... Блин, не проложили. И так не хочется идти по песку. Разбуваться. Ну, наверное, придется разбуться. А, зараза, я в брюках. Блин. Ну что, воду не трогал? Я забыла, я в брюках. Сейчас бы пошлепала туда в воду. Да, хотела посмотреть, какая вода. А я смотрю, эти буйки близко лежат, висят. Лежат, висят, плавают. Буйки, да. Получается глубоко сразу здесь. Поэтому здесь аж две спасательных будки. Вон, смотри, одна синенькая с этой стороны, с левой. И с этой стороны белая вот стоит прямо возле нас. Это потому что здесь глубоко. А, кстати, медпункт. И медпункт тут тоже. Только я не поняла за воду ничего. Я попила, но я не поняла ничего. Или ее там еще не подключили, или как она. Там написано инфракрасная кнопка или что-то такое написано. Не знаю. А душ? Я не пробовала, не знаю. Интересно, а тут как без спальни? Душ. Сейчас инфракрасное это, подойдешь, нажмешь, блин, покупайся под душем. Надо проверить. Без спальни там нажимается, по-моему, да? Я не знаю, тут как там они написали, без прикосновения, там что-то такое. Нет, тут вот какая-то кнопка есть, видишь? А, так же, как без спальни, ноги, да. Ноги и это. Вот эта кнопка. Тут мокро, вот. Наверное, работает. Кнопка и вон душ. Это ноги. Не бежит. Уже по времени. Понятно. Ну, почему-то видно, что место мокрое, как будто бежала вода. А сейчас почему-то не бежит. Раздевалки. Вот. Хорошенько. Все так хорошо сделано. Вот, единственное, непонятно, площадка вот детская вот там. Ну, лежаков мало, рассчитано на то, что приходите со своими. А тут, кто не успел, тот опоздал. Жалко.
Да, 5 с этой стороны, не 6. Туда дальше тоже 6. И тут 6. Ага, по 6 штучек сделано. И на том еще, спасибо. Еще, может, не работает, потому что, видишь, лежат под ноги. А, ну, может, еще коврики положат, да. Ну, так хорошо, а тут что, какие коврики надо? Видишь? Непонятно. Ну, сенсор срабатывает, а самой воды нет. Экономят. Для галочки сделали краники, а включить не включили. Вон волейбольная площадка. Мне нравится вот эта штука, что сделали. Ой, вот эта штука, класс вообще, сидеть, отдыхать, прелесть. Так хорошо, гладенько сделано, так прямо вообще, вот этот вот гладкий такой этот, краешек. Единственное, жалко, сэкономили, не сделали, чтобы подзаряжать телефон. Сейчас уже везде делают. Зарядки, да, здесь нету зарядки нигде. Кстати, тоже, да, плохо. Пока отдыхаешь, сел, отдохнул, подзарядил телефон. Очень удобно. А то мусорки наставили. Ну хорошо, отгородили, не так, что пляж и волейбол. Ну, чуть в сторонке, да. Чуть в сторонке. А видишь, это там дорожки деревянные. Вот только что мы шли по деревянной дорожке, они не везде. Да, мало. Угу. Получается, смотри, там медицинский пункт, это, да. И вода там, и дорожки там. Ага. Видишь? А здесь уже вот раздевалки есть. Ага. Волейбольная площадка. Ага, ну и все. Еще не доложили, потому что тут вроде тоже как должна быть. Тут и душевая тоже. Ну, неизвестно, здесь нету. Неизвестно, что здесь будет, как. Плохо, что еще, знаешь, как вода у них вся на песке, вот так вот. Тут, скорее всего, что тоже нету. Ну, может, будет. Просто не успели. Тут что-то делать. Экономим на всем. Зато смотри, для велосипеда. А мусорок сколько? Да, очень удобно ставить велосипеды, но ни один велосипедист не ставит здесь его. Вот спортивная площадка шикарнейшая. Вообще просто супер. Такие, как и велосипедики, такие. Вот, класс вообще. Смотри, вот какой с ногами маршируешь. Вообще классный. Вообще класс. Угу. Два таких велосипедика. А ну давай, опозорься, упади. Тихонечко, тихонечко, не спеши. Надо понять, какая нога и какая рука. Удобно было. Ну вообще, вот эта штука, я когда в тренажерке работала, то сказали, что вот эта штука для тех, кто хочет накачать там себе мышцы какие-то, она удобнее, лучше, чем велотренажер. Ну, тут много таких штук, но надо понимать, на какой что делать. Потому что туда он дальше какой-то, я не знаю, сидячее что-то. Что на нем делать? И что? А, вставать. Угу. Ничего. Прикольно. И руки качаешь. Так, с этим понятно. А там? Этот первый, второй. Что он делает? А? Вот это для пресса. Так что на нем делать? Ну, ложиться, пресс качать. Ногами зацеплять? Ну, да, да.
Ну все, вставай. Нам это не надо. Нам надо такое, знаешь, что? Что за шею тянуть. Я вот смотрю, вот там кто-то тянет, только не за шею, а вперед тянет. Вот эти. Видишь, сидит и тянет вперед. Да, скорее всего, сзади там обратно. Да, вот это такое надо. Чтоб за шею тянуть. Ты так странно слышишь тренажеры, все, а людей мало на них. Хотя не мешало бы сделать еще одну такую площадочку. Да и так хорошо. Главное, чтобы не сломали. Угу. Ой, тут что-то людей до хрена. Непонятно, что. Ну, тут. Так, волейбольная площадка. Еще одна сетка. Угу. Конечно, наделали хорошо. Ну, возле каждой раздевалки душ. Ну, так и раздевалок тоже хорошо. Угу. Детские площадки интересные тоже, видите? Как будто паутина какая-то. Ой, а там вообще у меня... А, ездят по веревке по этой. Тут шо, есть? Нету. Нету. Таких площадок нет. Нету тоже воды, видишь, пацаны колдуют. Главное, чтобы не сломали, а то, блин. Да, вот это что то и дело, что они понаделывали, а воды нету. А каждый подходит, крутит в надежде, что будет тут водичка ему. Тут так хорошо, такой тенечек классный. Вообще класс. Да, вот тут, кстати, можно покрывало брать. Если... Угу. Хорошо вообще. Не, ну всякие игрушки для детей, какие качельки классные вообще. Закрытый ребеночек сидит себе. Угу. Да, и это мы идем только по правой стороне. По левой стороне мы еще не шли. Там видно еще где-то лавочки тоже с той стороны. Это все только одна сторона этого острова. Очень хорошо все продумано, очень хорошо все сделано. Есть скамеечки отдельно от всяких площадок, чтобы в тишине посидеть. Для любителей тишины. Да, очень хорошо, когда в твоем районе есть парк. Не надо ехать в другой район, тратить время на дорогу. А если еще жаркое время, в транспорте жарко, и приходится куда-то ехать, и эти пересадки еще, и, ой, ну, кошмар. А так, вышел, прошелся себе не спеша. Я же хоть со своим покрывалом, хоть просто на скамеечку, скамеечек достаточно. А нашел, что не сделали зону барбекю, они говорили, что будет? Не, ну пока нету. Не видно здесь никаких ни шашлыков, ни хачапури никаких, ничего такого пока нету. Хотя вон по ту сторону, на том берегу, там есть. И говорят, очень крутая там такая зона всяких этих вкусняшек. Здесь нету. Ну, не знаю. Может, для кого-то хорошо. Но я с этим не согласна. Надо, чтобы что-нибудь было. Все-таки какой-то там столик с напитками сладкими. Может, даже не алкоголь, просто сладкие какие-то напитки. Пусть даже те же сухарики, чипсы. Ну, такое, чисто символическое. Я же говорю, я не любитель всех этих дел, но другой раз, когда выходишь где-то так долго гуляешь, ну, хочется что-нибудь
такое пощелкать. Поэтому, с одной стороны, не очень хорошо, что они этого не сделали. Хотя парк только открылся, все может быть, еще могут сделать. Многие берут на прокат велосипеды и ездят по парку. Самокаты вот на прокат взяли тоже. Тоже, кстати, очень удобно. Потому что, знаете, как в таких квартирах, как у нас, не всегда есть место, чтобы поставить дома велосипед. Кто-то на балконе ставит, кто-то предпочитает балкон, чтобы был у него свободен, чтобы можно было выйти на балкон, постоять чашечкой кофе, допустим, отдохнуть, а не заставлять его велосипедами. Поэтому у многих велосипедов нету. А на прокат, пожалуйста, вышел, катайся сколько хочешь. Ну, естественно, денежку заплати. Так классно. Корни у дерева как над водой. Класс. Коттеджный городок. Приближаемся к мосту Волне. Вот, друзья, мы почти прошли остров. С обратной стороны вон там через воду коттеджный городок. По эту сторону, смотрите, как красиво лавочки сделаны. С одной стороны, красиво, с другой стороны, не совсем удобно. Почему? Если компания пришла, они сидят рядом друг с другом. А если это не компания? Ну, как-то так не совсем хорошо. Друзья, вот теперь этот шикарнейший, как говорят, мост на Авалоне. Мост Волна. Сейчас мы к нему приближаемся. Хотела бы вам его показать сбоку. Но, наверное, у меня это не получится. Мне надо спуститься. А спуститься я, наверное... Мы подойдем ближе к этому мосту. Ну, не то, что ближе. Мы даже пройдем по этому мосту. Я даже вам больше скажу. Мы даже подойдем к самим теннисным кортам. Сдалека вообще какой-то мост платный. Людей там. Боже мой, сколько на этом мосту людей, друзья. Это капец какой-то. Это просто такое впечатление, что сюда... Вот смотрите, сегодня понедельник, да, времени, сколько сейчас время? Ну, часу, наверное, может быть, 7, наверное, где-то, да, вечера. И вот смотрите, сколько людей. Такое впечатление, что сюда приехали не то, что с Киева. Сюда приехали с других городов именно посмотреть на этот мост. Ну, с одной стороны, странно, ну, не знаю. Лично я бы, наверное, не приехала. Кстати, мост должен немного шататься. Потому что сколько везде строили всяких разных мостов, я не знаю, я не была, не ходила, не смотрела ни на открытие, ни на закрытие. Вот. А так, видите, он такой интересный, довольно-таки формы. Придумали такой мост.
И ради этой задумки, я же говорю, людей здесь на Авалоне просто капец. Еще ночью он светится. Жалко, что мы, конечно, в это время, да, еще не темно, так как ночью он еще светится. Было бы, конечно, вообще шикарно. Такое впечатление, это, наверное, ли выпускники, или я не знаю, что-то они такие все молодежные чересчур. Может, какой-то класс выпускной пришли пофотографироваться, тоже тут погулять. Ну да, школа. Как-то так, пока в школу ходят, не очень дружат. Как только выпускной класс, сразу такие друзья становятся все. Сразу так не хочется расставаться. И выпускной, и за выпускной устраивают всякие себе встречи. Так как подумаешь, в школе так даже и, я же говорю, может быть, даже друг на друга и внимания не обращали. А как только школа заканчивается, так уже все. Где-то вот там еще обзорная площадка. Московский мост. Вот это? Ну вот там. Угу. Так, вот этот мост красивенный наш, так? Так, сейчас мы посмотрим, что у нас есть еще до моста. А до моста у нас есть так называемая обзорная площадка. Вот мы сейчас на нее выйдем, посмотрим оттуда. На наши местные достопримечательности. С этой стороны парка тоже такой же самый памятник, камень, как с той стороны острова. То есть по обе стороны острова стоит камень, стоит вот такая карта и вот обзорная площадка, на которую мы сейчас идем. Из которой сейчас посмотрим, как выглядит наш Днепр, как выглядит мост. Сейчас для этого нам надо пройти. Жаж. И вот так. И вот теперь мы смотрим в ту сторону. Голову в карман. Так. В ту сторону. Прямо. Поворачиваемся в сторону Московского моста. Вот он такой наш Московский мост, который сейчас переименовали. Называется он сейчас... Как? Северный. Я не помню, как он сейчас называется. Ладно, в общем, это знаменитый старый мост. А вот это наша Авалонская достопримечательность. Под мостом рыбаки. Есть у них тут такой пятачок, где можно посидеть, половить рыбу. Видите, он намного длиннее, чем тот мост, который был с обратной стороны. Он идет такими волнами, посередине большая, высокая такая волна. По краям поменьше две волны. Сейчас мы по нему пройдемся. Да. Вот там вдалеке у нас парк Наталка. То есть мы с одного острова вышли. Переходим сейчас по мосту прямо в парк Наталка. Когда-то парк Наталка тоже был диким. Просто обычные деревья, кустарники, все заросшее. Никому не было никакого дела наводить там порядки. До поры до времени. Вот смотрите, как здесь заасфальтировали хорошо. А теперь его благоустроили. Тоже сделали много всяких разных дорожек. Скамеечек, детских площадок. Он соревнуется на байдарках. Плохо видно напротив солнца. Так странно, вот эти подлокотники здесь наклонены в стороны. Как будто ему кто-то толкнул.
байдарках плавают. Ну да. Мой сын тоже когда-то плавал на байдарках. Прикольно. Но честно скажу, когда холодно, то холодно. Так людям идти напротив. Вот там тоже и рыбаки. Красота. Красота. Мы сейчас находимся как раз на середине моста. Ой. Мы сейчас находимся как раз на середине моста, вот под этой самой высокой волной. И оплатное, и эти, ну и в этом материале. Так. Кто на велосипедах, кто с собачками. Просто меня прихватило. Прекрасно. Просто прекрасно. Давай! Друзья, смотрите, какой аркой над скамейкой нас встречает парк Наталка. Стоит скамейка, над ней арка, вся в цветах. Ну, конечно, и машина стоит вот прямо. Так, мы направо. Да не, мы уже не пройдем, так это сильно долго. Поэтому поворачиваем направо и идем по... Так, туда, в левую сторону парк Наталки. Вернее, Наталка, Наталки. Закури. А мы поворачиваем в левую сторону. Так, мост. Thank you.